Так, значит, вот такой вот шикарнейший компьютерчик в минималистичном стиле, вот в таком вот строгом корпусе. Сверху у него тут USB-порты, кнопка Reset, входы аудио, микрофон. Ну и, конечно же, вот такая вот штукенция. Включаю. Давайте сделаем не такую раздражающую подсветку. Ее можно менять, делать однотонной. Ну, в общем, прям хай-тек. Все пикает, все работает. Давайте голубенький оставим. Винда накатилась уже. Все работает. Значит, кулер. Ага. Так. Куда мы сейчас сразу заглянем? Давай сразу заглянем. Такой вот мониторчик 15-дюймовый. Это для работы вам. Вот. Но также можно поиграть во всякие игрушки, конечно же, здесь. Все работает. USB-шки работают. А интернет подключается. Сеть. Вот, пожалуйста. Так. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть по... Свойства. Значит, у нас что? Процессор 400FX. Четырехъядерный на частоте 3,6. Шикарная штука. Охлаждается это все кулером Zalman, который 95 поглощает тепловыделение. Теплопоглощение, то есть у него, господи. Вот. Далее, что у нас? 8 гигов целых памяти. Это двумя плашками, вот они стоят, красавцы. То есть по 4 гига каждый, этого за глаза. 8 гигов, как показано практикой уже не раз, этого за глаза. Значит, SSD-шник спрятан вот здесь, 60 гигабайт. Если хотите, добавлять сюда сами уже жесткий диск. Я для удешевления сборки специально его сюда не ставлю. Да, у меня его и нету. Сейчас здесь стоит GTX 460, но будет 550 стоять. Вот. И процессоры. Ну вот они, в принципе, все. Четырехъядерник. Он рабочий. Температуры все живые. Я это все приложу. Ну и задавайте вопросы. У меня есть тут две игрушки моих любимых, которых я вам могу все показать и рассказать. Показать FPS и прочее. Такая вот крутая, красивая, крутая сборка. Ебой. Чух. Ну давай еще сзади покажу его. Так, здесь все работает, если что, монитор включается, ну такой моник прям рабочий, сам бы себе ставил. Да, людям нужны. А здесь у нас есть что? Все стандартно, но есть еще выходы, кстати, DVI и VGA. Хотя это уже не редкость, конечно. Понравилась сборка? Ставь вот так.